Гораздо менее известны изделия ПММ – паромно-мостовая машина, построенная на базе Брянского шасси. Ее основное назначение – переброска танковых соединений через реки и морские проливы. За считанные минуты, не прерывая движения, четырехосные вездеходы превращались в скоростные самоходные понтоны. Поистине величественное зрелище. Грузоподъемность амфибии на плаву составляла 40 тысяч килограммов. Эта цифра оказалась фатальной для паромно-мостовой машины. К середине 80-х годов боевая масса основных советских танков перевалила за 4,5 десятка тонн. Брянский чудо-корабль, не рассчитанный на такую нагрузку, оказался неудел. Типичный казус из истории техники. Некорректные исходные данные ставят крест на перспективном проекте.